Всем привет! Сегодня мы поговорим о приеме, который называется пиццикато. Появился он давно, играется он правой рукой. Это щипок струны. Обычная пиццикато. Пиццикато также может исполняться, например, суль пантичелло, то есть у подставки. Также существует разновидность пиццикато, бартек пиццикато, когда струна бьется о гриф. Мы струну поднимаем не в бок, щипаем не в бок, а вверх, чтобы она ударялась о гриф. Также появилась новая пиццикато, это пиццикато ногтем. Можно играть пиццикато плектором. Плекторы, они бывают разные. Вот если вы не хотите испортить инструмент, используйте самые мягкие. Они очень легко гнутся и не причиняют вреда инструменту. Возьмем пиццикато и современные техники левой рукой, например, полуприжатые струны. Что же у нас получится? Практически исчезла звуковысотность, но угадывается все-таки, на каких струнах мы играем. Вот, следующий прием, который также появился уже в 20 веке, это когда палец левой руки ставится между струнами. И тогда получается такое дребезжащее пиццикато. Вот. Также пиццикато можно играть в разные стороны. Такая получается балалайка. Также играть с полуприжатыми струнами, также пиццикато, получится шумовой эффект. Какие еще? Пиццикато за подставкой, естественно, можно играть. Причем здесь есть какая-то звуковысотность. Ну, потом продолжим.